Около 3 часов дня в сети появилось сообщение. Мужчина начал спускаться с лестницы и упал. Все случилось у магазина «Пятерочка», который пристроен к общежитию на Ломоносова, 147. Как сказали в управляющей компании, никакие ремонты в этот день они не проводили. От какой организации работал погибший и стало ли падение причиной смерти, будут выяснять в Следственном комитете.